Привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать такую вещь, которая стоит 20 тысяч рублей и которая стоит в районе 6 тысяч рублей. Чем же они отличаются и как они пилят, посмотрим прямо сейчас. Китаец справляется достаточно неплохо, и здесь 18 вольт. Бесщеточный двигатель, шина 4 дюйма. Шина 10 сантиметров, здесь 10,8 вольт или 12 вольт, смотря как считать. И немец, посмотрим, как пилит. На мой взгляд, там...